Дорогие мои, всем привет! У нас сегодня с вами необычный выпуск. У нас сегодня челлендж. Знаете, я каждый день перед сном, уже на протяжении недели, думала о KFC. Я смотрела разные челленджи. Знаете, был челлендж «Не запивай» и так далее. Но мне, если честно, не очень хочется не запивать, мне хочется съесть как можно больше. И поэтому я сегодня заказала два больших баскета. Это острые крылышки. Все знают, что я люблю ножки, но в этот раз я решила по крылышкам, потому что в тот раз брала ножки, как-то мне не очень понравились. Ну что, давайте начинать. Острые крылышки. Здесь у нас их по 26 штук. Итого 52 штучки. 52 штучки. Это соус. Подскажите мне, это барбекю. Первая заходит как к себе домой. Что-то как-то свет мне не нравится. Сейчас я. Ребят, чуть-чуть я поправила свет. Как сказать чуть-чуть? Полностью его переставила. Правильно буду сказать. Как вам? Стало лучше, хуже, что-то не знаю, как-то свет. Ребят, я устала, если честно, знаете, без профессионального света. Я вам так скажу, реально. Просто этот свет мелкий. Вообще меня задолбал. Я просто, знаете, придумываю тут по-всякому. Фух. Там кошка храпит, слышите? Кошечка моя храпит. Ой, ну что, продолжаем. Первую съели, первая очень вкусная была. Давайте дальше. Так, вторая. Слушайте, взяла соус сладкий чили. Вы знаете как? Надо есть побыстрее, чтобы побольше съесть. Вторую съела. Давайте сделаю сверху счетчик, так будет интереснее. Ребят, хотела вам рассказать о своих планах. Такое видео, знаете, больше спонтанное, эмоциональное. Поэтому о моих планах. Я последнюю неделю в Москве. В этом году. Дальше поеду отдыхать. Поеду в Геленджик. А потом в Сочи. Чарли, ну просишь, так сидишь, конечно. Хочется, да, ему дать? Девочки, ну острые. И мальчики. Побаиваюсь, лучше не надо. Собакам нельзя острое. Маленький кусочек картошки, да. Пришел к вам показаться. Короче, едем в Геленджик. Едем с собакой. Вот так вот. Потом. А что потом? Потом едем в Сочи кататься на сноуборде. Ой. Да, девчоночки, если вы не знали, и мальчики, я катаюсь на сноуборде. Нормально, мы уже четвертый или пятый сезон катаемся. Вставали на доску вообще с нуля. Не умели кататься. Даже на лыжах не умели. Знаете, как-то было так, что
увидели, захотели и решили попробовать. Девочки, обалденно. Я сегодня в Телеграме пишу, что девочки, и парень такой, да мы не девочки, хватит. Но, мальчики, я уже говорила, про девчонок больше. Слушайте, я вам все нахваливала. Крылья, ой, ножки есть все. Крылья лучше. Очень. Вообще нежная, очень нежная. Сейчас вам покажу. Смотрите. Возьмем. Так. Разрываем. Ну вон, прям все отходит. Девочки, ну остро. Ну не могу ничего с собой сделать. Короче. Это было считать. Ну ладно, я на монтаже все посчитаю. Так вот. Поедем мы сначала в Геленджике, еще отдохнем. Через неделю поедем в поляну. Думаю вам отсюда снимать. Буду, ребят, все выкладывать в Телеграм, поэтому подписывайтесь. Где-то тут ссылка. Мой адрес. Остро. Ну и к Новому году, к 30 числу, планируем вернуться в Москву. Знаете как? Мы вот раньше ездили. И доезжали до Геленджика за один день. Почему выбираем Геленджик? Он ближе всего к Москве. Именно поэтому. Реально можно заехать за один день. Ну или за два. Но, знаете, не полный второй день, а прям чуть-чуть. Часов 5, и мы на месте будем. Не буду, девочки, давать, нельзя. Остро. Легче, вон у нас еще сколько много, мне кажется, я все не съем. Новый год, думаем, уже в Москве отмечать. Мы уже там в Сочи в горах сняли апартаменты. Я вам покажу. Мы же ездили в Сочи уже. Ну, именно на Красную Поляну. Был у нас отпуск. Когда мы ездили летом. Мы там жили в хорошем отеле, кстати, знаете что, жили в горах. Жили мы в горах. Нас возили на трансфере до моря. Летом. Но в горах так хорошо, что даже... Ну, не знаю, это море, там куча людей, мне вот это не нравится. А в горах можно погулять, там лес, шикарно вообще. Я люблю горы. Топово.
Вы знаете, я в шоке, что KFC закрывают. Ну, что будет Ростикс. Ну, вы сами понимаете, Ростикс, да? Поэтому, возможно, это один из последних мукбангов именно KFC. У нас на заднем фоне Леди и Бродяга, елка, Новый год. Фу. Вы не поверите, это остро. У меня, понимаете, что еще? Соусы острые. Ну, 50 крылышков я точно не съем. Это 100%. Но. Но хоть до 20 добью. План на Новый год вернуться. И те люди. И девочки, я вам еще не говорила. И мальчики, не знаю, говорить сейчас. Нет, не будет пока. Что получилось? Изменения в жизни будут. Чарли, уйди. Не знаю, хочу в Сочи, знаете, прям поснимать. Попоказывать вам. Этот. Кафешки. Не знаю, вы знаете, мне просто камера не очень удобная. Она совсем не экшен. Я думаю, уже скоро она сядет. Поэтому я буду максимально постить в телегу. Ну. Сюда, я думаю, тоже сделаем видосик. Но все равно. Ютуб так как бы. Влоги на YouTube монтировать. Такое масштабное, знаете, дело. Тут так быстро нельзя. Именно с YouTube, потому что YouTube сам по себе такая площадка, что надо постараться, чтобы вышло красиво. Снять на хорошую камеру. Как знаете, эта камера, я ее не очень. Я ее люблю, Чарли Узи. Но с ней тяжело работать, знаете. Потому что постоянно приходится менять аккумуляторы. У меня маленькая карта памяти. Много на нее записывать не получается. У меня вообще есть материал. Который я сняла на телефон. Ребят, капец, короче. Ну, как обычно, знаете. Как обычно, закончилась память на телефоне. Ой, на камере. Плюс собака идет. Все, вообще мне завалило, разбило тарелку. Ну, в общем... Села поснимать в новом месте, называется. Я уже не помню, о чем я говорила, потому что я сейчас кричала на него. Потому что говорю, не ходи, ходит. Ладно, он не понимает, да? Что мы от него хотим. Так что вот такие планы. Ребят, я наедаюсь, честно.
Этот баскет оставляю нетронутым. Получается так, потому что, ну, не смогу я. 50 крылышек для меня очень много. Мы съели. Сейчас осталось 9. 18 штук, что ли? Давайте еще парочку и все. И все реально. Мне кажется, это видео с максимальным количеством еды, которую я съела. Я об этом мечтала. У меня как-то был такой бзик, что я хотела стать... Ну, не прям стать серьезно, а попробовать, знаете, вот это вот поедание на скорость. Но, конечно, в этом никакого удовольствия нет. Крылышки шикарные. Ко мне сейчас как раз придут девочки. Вот буду их угощать крыльями. Сама уже есть не буду. Так что, ребят, ждите видео из другой локации. И буду рада, если скажете... Интересно ли вам влоги? Пишите комментарии. От этого буду отталкиваться. Ребят, все. Я наелась. Многие жалуются, что мои видео короткие. Ну, простите. Просто я не резиновая. Мы с вами съели... Раз, два, 20 штук, ну, ребят, 20 штук, представляете, большой баскет, L, там 26, обычно его берут на двоих, а тут я одна съела 20, это оставляем подружкам, такую закуску, думаю, они обрадуются, фух, ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Телеграм я указала. Мы всегда на связи. Целую.